Башкирские заказчики игнорируют оплату 30 миллионов рублей за установку электросчетчиков. На это бизнес-омбудсмену региона пожаловалась компания «Смарт Энерго» из Казани. Эту ситуацию обсудили на заседании Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции». 2 года назад госпредприятие «Баштехинформа» заключило контракт на установку счетчиков электроэнергии в Жуково, Шамонино и Дорогино. По словам директора компании, выполнившей работы «Смарт Энерго», сроки не нарушались, акты сдачи приемки подписаны обеими сторонами. А вот заплатили за это не всю сумму. Долг составляет 30 миллионов рублей. Каждый учитель по закону говорит, я не обязан за него платить. В итоге предприниматель остался ни с чем. А еще сегодня выяснилось, что, оказывается, еще около 70 миллионов другие предприниматели тоже в долгах от этого предприятия. Очень сложная ситуация правовая, но мы вот вроде бы сегодня нашли некоторые варианты решения. Будем решать вопрос. Другой случай произошел в Шаранском районе. На частной автозаправке появились неизвестные и слили в канистру внушительный объем бензина. Местная полиция оформила это как проверочная закупка. В итоге постоянные покупатели стали смотреть на бизнесмена косо. Снизилась выручка. Однако экспертиза подтвердила высокое качество изъятого топлива. Формально на самом деле получается, что сотрудник провел оперативно-розыскные мероприятия. Но в процессе именно этих мероприятий он допустил множество нарушений. Я считаю, что на самом деле Зинуров, заявитель, очень правильно сделал, что обратился непосредственно, придал огласки данному факту. Потому что такое складывается впечатление, что именно после огласки непосредственно уже служба безопасности МВД провела проверку. Выявила нарушителя, нарушение. А факту оно и есть, оно налицо. По данным бизнеса, омбудсмена республики, самые частые жалобы касаются именно проверок надзорных органов. Но вот в прошлом году из-за моратория, введенного президентом, их количество снизилось, а вот в нынешнем году вновь растет.